Подарунки на каляды. Волонтерский отряд «Открытое сердце» и хоккейный клуб «Гомель» сегодня передали цацки выхованцам отделения дённого и круглосуточного знаходжения детей и молодых инвалидов «Майская кветка». Подарунки были собраны под час суместной доброчинной акции «Цацкопад», якая прошла на опошнем 2019 году домашнем матче хоккейного клуба «Гомель». У ей приняли удел все жадающие болельщики. У вынику отрымалось собрать больше за 2500 подарунков для детей. У першиню подобную акцию провела Национальная хоккейная лига США, а гомельская команда подтримливает традицию другий год запар. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, кто откликнулся. Мы собрали более 2500 игрушек. И сейчас с огромной радостью от всего клуба и вместе с волонтерами дарим их детям. Ведь каждая игрушка – огромное счастье для ребенка. Дети улыбались нам, мы улыбались им. Энергетика тут приятная, атмосфера. И будем заряжаться от них и показывать хорошую игру. Выхованцы отделения «Майская кветка» сустрели гостей импровизованным концертом и зробленными ими подарунками. Дети и молодь с захоплением размовляли с хоккеистами и робили фотографии на память. Зараз установу обслуговую больше за 100 семей, которые выховывают детей с особливостями психофизического развития. Тут им допомагают с социальной и працовной адаптацией. Одно из важных направлений нашей работы – это услуга социальной передышки. Мы краткосрочно берем на себя уход за ребенком, молодым человеком с инвалидностью, с тем, чтобы семья немножко могла отдохнуть, решить какие-то социальные свои проблемы. И ребята к нам возвращаются, как правило, каждый месяц. И, в общем-то, мы становимся для них, я надеюсь, вторым домом.